Привет, привет! Ты на канале AAA, с тобой Рэй сегодня, и, соответственно, мы сегодня пробуем Monster Energy Supercross, третья игра, не знаю, вообще ни в одну из этой серии игры не играл, не знаю, почему-то взял и включил он HDR режим, из-за чего FPS упал, но я пока что не дошел до настроек каких-либо, поэтому, соответственно, я пока что только в выборе персонажа. Короче, понятно, надо выбрать какой-то мотоцикл. Какой самый такой прям хайповый. Ну, Yamaha ничего такой, да. Хотя лучше всего, конечно, выглядит вот Suzuki. Ну, давай. А, тут у нее даже какие-то параметры есть. Воу, как падает FPS, классно. Стой, подожди, я направляю, он типа сам автоматом их переключает, да? Да. Так, управление. Ну, в принципе, разница совсем небольшая, поэтому давай возьмем самый хайповый на вид. Это Suzuki. Сейчас до настроек дойдем и наконец-то изменим все. Да, давай, туториал ездить, все понятно. Только дай мне, пожалуйста, выбрать настройки. Я так понимаю, что это типа вот бренда Monster созданная игра. Не знаю, насколько качественная. Судя по выбору персонажа, очень некачественная, потому что все так сделано, типа там 7 голов, 4 прически. Цвета такие, знаешь, ну типа вообще на халяву игру сделали. Не знаю, чисто для фанатов, наверное. Но в любом случае, может быть, есть фанаты, и может быть, мне зайдет. Судить рано. У нас еще есть время для того, чтобы поменять мнение об этой игре. Ну, по крайней мере, мне. Не знаю, что тут вообще делать надо. Ну, понятно, что, скорее всего, гонять, но как, что, почему вообще? Да, отлично. Можно я это пропущу и к настройкам перейду. Дайте настройки зайти-то, а. Ну не столько же, не с двумя-тремя кадрами тебе нам играть. Хеллоу, дайте мне за... Вот кто так делает игру просто? Кучу всякой херни. Дайте выйти в настройки. Отлично. Кто-то уже уехал. Отлично. Options, я вижу это. Заветное слово. Кто так делает? То, что, короче, это они... Во-первых, она автоматом врубила HDR. Я не знаю, с чем это вообще связано. Во-вторых, настройки автоматом, я так понимаю, выставила максимальное просто. Что только можно. Ну, фильтрация 16. Мне на 4К вообще никаких не нужно, ни фильтрации, ничего. Ну, давай так, пока что так хотя бы сделаем. Ой, ужас, 3 FPS, просто жесть. Ну, тени можно. Пожалуйста, размытие уберите нам вообще. Shadow Quality можно на медиум поставить. Да, конечно, ультра, почему бы и нет-то?
Но он применит настройки сразу. Как-то это ничего не дало, если честно. Как было, так и осталось. Ёшки-кошки. Так. Я так понимаю, что он не перезагрузит все равно раньше, чем это. Чем все это произойдет. Сильно он не даст мне FPS поднять. Ладно, давай поставим, попробуем, короче. На медиум пока что. Не костум. Вот так вот. И что это нам дало? Какие? 14 FPS. Отлично. Очень много, прям кайф. Ясно. 4К. Ну слушай, она такая мощная. Смотри. Надеюсь, конечно, запись не прервется. Так, теперь у нас сколько? 22. А почему? Я не хочу это. Во-первых, в километрах будет добр. Да. А вот, 60. 39. А где HDR? Я не хочу. Дайте мне HDR отключить. Ну ладно, погнали хоть так поездим. Ну, в принципе, куда ни шло. 50 FPS, блин, реалистичность, конечно. Да, тут просто нереальная реалистичность. Но угарно. Так, я так понимаю, Rider Ride. А, то, что можно, короче, вес его скрут. А, то есть в воздухе я еще могу разворачиваться и весом влиять. Чтоб ты понимал просто, насколько это все сложно. Ой, жесть, тут, конечно, управление просто жесть. Но реалистичность, да, я согласен. А, вот оно как работает. Ладно, я все понял. Я понял, у нас ребята... нет! Короче, тут получается, надо, типа... управлять больше, получается, это... двумя руками одновременно, потому что надо... типа... еще периодически, короче, прыгать и самим мотоциклистом, блинский. Ну, зачетно. Я скажу, что зачетно. А, можно еще на дубы встать. Ну ладно. Я скажу так, что ладно. Я был слишком строг этой игре. Смотри, как качественно люди сделаны вокруг. Не, ну для фанатов, наверное, этого спорта это просто вообще офигенная тема. Вроде как она достаточно реалистично сделана. Ёшки, может. Только так же разбиться можно. А, ну видишь, короче, в воздухе получается. Я могу разворачиваться одновременно. Короче, получается так. На стрелочке управляешь наклоном, типа. А обычное управление идет типа, на этот. Ну да. Ну, я скажу, это очень сложно. Но прикольно. Прям реально прикольно. Я не понимаю, почему она в HDR запускается. Ну, вы этого не увидите, оно, конечно, печально. YouTube пока не поддерживает особо. Ну, или поддерживает. Я видел пару видосов на YouTube, которые поддерживают HDR, но там еще загрузить надо его в HDR качестве. Да, конечно. Я тут лишний кадр, ну, да, я понял. Ну, ёшки. Ну, короче, это очень сложно. Ты, получается, должен как бы одновременно и в полете, видишь, управлять им, типа. И при этом еще и как бы управлять им, типа, мотоциклом самим. Короче, ты... ну как так-то? Зачетно, зачетная тема, мне нравится. Погоняем, попробуем. Нет. Так,
так, ну короче, слишком большой получается клиренс, и тогда он вылетает прям, будь здоров, куда не надо. Да, понятно. Еще я должен получать баллы за то, что я, короче, хорошо прыгаю. Блин, ну реалистичность такая, просто сам мотоцикл реально офигенный. Блин, как этим управлять? Ну это, я даже не знаю, как это вообще реально сделать, потому что ты с двух рук играешь, реально. Можно было бы сделать тогда уже на мышку, я не знаю. Скраб. А плюс райт. А. А-а-а, вот оно как работает. Блин, я только прочитал, короче, то, что получается, чтобы скользить, надо, получается, поворачивать в одну сторону, а наклоняться самому в другую весом. Ну, короче, получается, ты развесовкой персонажа управляешь со стрелок. То есть, типа, да-да-да, все, понял, ладно. Ну, блин, это все равно офигенно сложно. К этому прям реально надо привыкнуть. Во, видишь, можно скользить, типа. А мне кажется, это больше для джойстика сделано, потому что на джойстике можно было бы плавно скользануть. Ну, конечно, да, в спину давайте мы впилимся, чего уж там. Почему я сразу, как только скажу, сразу начинаю падать? Я вообще постоянно падаю. Допустим. Блин, если... Как это и работает вообще? То есть, каким образом это должно сделаться? Я должен отпускать газ или что? Ой, блин, я циканулся об кого-то и взлетел на меня. Конечно, на дубы встал. Так, допустим, я поворачиваюсь и... А, типа я отпускаю газ? Типа, блински. Ну, я так не рассчитывал. Не знаю, короче, как тут поворачивать, это просто жесть. Для меня не столько прыгать стало сложно, сколько поворачивать. Прыгать-то еще ладно, как бы, ну реально. А поворачивать? Блин, опять не то. На самом деле, нереально. Я в том плане, что как он в воздухе может наклоняться, когда он уже пролетел? Ну, хоть раз это вышло более-менее адекватно. Я не знаю, как это должно работать вообще, но это долго надо прям зазубрить на тему, чтобы так нормально водить. Даже без газа, если я начинаю наклоняться резко, то начинается байда это. О, я слишком сильно вылетел, по-моему. Короче, он управляется с двух рук, я не знаю, как это должно работать. Это прям Unreal просто. Ну, если ты любишь кататься на мотоциклах, то, наверное, тебе зайдет. Так, наклоняться нужно в сторону поворота, я понял, значит, короче, точнее, противоположную. Условно говоря, вот мы поворачиваем. Почему он из носа вылетает? Как это работает? Я не могу просто понять физику особо, видишь, как бы, ладно, прыгать еще фигня. А тут, типа, что, оттормаживаться надо? То есть тут вся суть сводится к тому, чтобы ты, типа, разогнался, напрямую попрыгал, а потом притормозил и зашел в нужный тебе поворот? Ну, скажем так, ладно, к этому кругу я вроде как понял, как это работает. Воу, эпично, а именно это и будет стоять в кадре. Ну и, конечно же, немножко некомфортно то, что она английская полностью, но как бы фиг с ней, нормально, можно. Так, окей, ну что, синглплеер мы выбираем. Ну давай попробуем карьеру. Ну давай, без разницы. Ну вообще без разницы, где начинать, мы пока что только пробуем. Если всем прям зайдет, как я тут падаю, тогда, конечно, да, пиши комментарии, ставь лайки, и мы еще попробуем попадать. Или поучимся управлять, я не знаю даже. Как бы тут будет видно.
Наконец-то мы увидим, что происходит вне гонки, как это вообще реагирует и каким образом это стартовать-то вообще надо. Давай, грузись, дорогая. Ну, музычка такая, я, кстати, надеюсь, что музычку-то не заблокируют. Потому что будет печально, если музычку заблокируют. Сейчас, подожди, я настройки поменяю на экране. У меня, короче, из-за того, что этот HDR включился, у меня из-за этого темная картинка вообще стала. А, понятно. Ну, типа, если хочешь игры, то играй в темных настройках. Ну, ладно. Так, 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 без разницы. Да. Ну давай. Да я не, что я могу настроить? Что я могу настроить в байке? Скажи мне. Сейчас все попадают. Я тебе отвечаю. Ну да, тут, конечно, все притормаживают и поворотами. Но мы держимся в общей толпе, и это не может не радовать. Я бы даже сказал, что мы вон даже вырвались куда-то. Короче, надо держаться. Нет, надо держаться около всех. И тогда будет более-менее понятно, что надо делать. Потому что... Да, вот именно таким образом. Короче, я понял, надо, получается, притормаживать, когда... Да ну ёшкин ты патрёшкин, а? Ребята, дайте вы мне догнать хоть кого-нибудь. Да, не притормаживай при поворотах. Ёшки, как это тяжело-то, офигеть. Такое ощущение, будто я сам это делаю. Так, ну я вроде как начал хоть кого-то нагонять, тут же упал, да. Именно так это было задумано. И развернуть меня спиной ко всему было просто гениальной задумкой. Очень ужасно это пройдено было. Здесь надо развернуться, снова развернуться. И прыгать. А я не прыгнул, я упал. Отлично. Что же могу сказать? Наверное, мотоциклетные гонки это не очень мое, да? Тут не надо было так прямо сгонять. Тут, короче, не везде, прям надо в упор газ сжать. Но мне кажется, он бы убился, если бы так получилось. Здесь нет смысла разгоняться, здесь прыжок. Так, погнали. Я не знаю, зачем они сделали карту. Я в том плане, что, типа, какой смысл от нее? Такое ощущение, что, короче, газ не управляет самим мотоциклом, а управляет вообще полностью движением именно, как сказать, модели мотоцикла. То есть даже если в воздухе нажать тормоз, то походу это будет действовать. Блин, я слишком развернулся. Он, конечно, так гениально возрождает, да, типа, прям на это. Ну, в общем, мы еще успеем не один матч, я чувствую, проиграть. Ну, ёшки, ты матрёшки, хватит падать. Так, отлично. Все, ну все, практически... Я практически освоил эту тему. Нет, не освоил, нифига. Надо дойти. Отлично. Главное, чтобы они мне просто на круг не сделали, и все будет нормально. Какое-то слишком, я бы сказал, чувствительное управление, что ли, так это могу назвать. Ну, все понятно уже, что будет. Ну, короче, на самом деле, не сказать бы, что прям супер сложно, то есть сами прыжки-то фигня, по сути. Самое сложное это эти повороты, но повороты, они как бы, как сказать, больше всего они сложные. С той стороны, что надо просто знать, куда поворачивать и на какой скорости. А чтобы это знать, то надо прям долго, наверное, играть.
Ну, физика тут какая-то есть все-таки. Я скажу, что к ней надо привыкать прям. Опять не долетел. И тоже выигрываешь по пунктам. А, да, вон там пункты идут. То есть, по факту, получается, мало того, что первое место... Или неважно, какое место занимаешь. Так я и не понял эту тему. Как работает этот спорт? Ну да, да, да. Да, да, да. Ну тут у меня сразу ставят неудобно. Они меня уже почти на круг делают. Ты посмотри, они какие быстрые. Дайте проехать. Блин, и вот это тоже прикол. Ты не набираешь скорость и прыгаешь не туда и не на тех вообще. Отлично. И набрали скорости хоть раз. Все, супер, мы вписались. Ты еще скажи, что я не последнее место занимаю. Вот это я буду просто орать. Ну, видишь, начинает с конца получаться, но как бы это надо прям приноровиться. Да-да-да. И самый главный прыжок я взял и запорол. То есть меня волнует, как вот он управляет в воздухе прыжками. Ну ладно, это не суть. Главное, что мы должны его как-то пропрыгнуть. А, вот здесь-то тема нужна. Да-да-да, здесь нужен этот поворот с... Там, где, типа, он с заносом делает его. Ну, короче, да, тут прям надо вызубрить, я бы сказал, немножечко траекторию всей этой темы. И отлично. Ну, смотри-ка, более-менее начало уже профессионально получаться, я бы сказал так. Да, короче, надо, получается, к поворотам подъезжать, грубо говоря, практически без скорости. То есть, чисто чуть-чуть... Давай газку. Блин, ну ты залажал, конечно. Вообще, просто не в попад. Еще и вырвать его как-то надо умудриться. И сколько кругов мы должны наверстать? Блин, слишком сильно. Затащил себя. Ну, допустим. Идеально. Чётенько, просто гениально. Это был лучший просто заезд. Серьезно, я хуже всех, да? Ожидаемо. Ну, я даже получил какие-то награды, ты смотри. Я даже что-то получил. Главное ведь не участие. Главное не победа даже, я бы сказал. Главное участие. Семнадцатое место хотя бы и 20 тысяч. Давай Сузуки выберем. Давай следующую гонку. Погнали. Ты не видишь, к сожалению. К сожалению. Я тут даже пританцовываю под трек. Главное, чтобы эти треки не попали под авторское право. Будет просто угар. Это что, типа одиночное что-то, я не знаю, чё, как это вообще работает?
Да я не могу, я нечего делать с мотоциклом, потому что... Потому что я не знаю, что с ним делать. Ну ладно, они все притормаживают. Нафиг пошел в лес. Ты тоже в лес пошел. Да нет, тихо, не сбивайте меня, ребятушки. Давайте как-то осторожно. Я только хочу сказать, ты смотри, мы в первый какой-то там хоть где-то. И тут раз она. Такая байда произошла. Да ну не хватит. Дайте мне хоть какой-то участок проехать, не умирая. Абсолютно тут. Просто разбился об этом. Да. Это что произошло? Я цепанулся за кого-то, встал на дыбы и из-за этого прилетел? Отойди нафиг. Не, ну прикольная тема, прикольно. Мне даже, я сказал бы, практически зашла. Не дрет. Ай, косяк. А может ты не будешь толкаться, не? Ну слушай, хотя бы нам вроде по заданию там 17 место надо хотя бы занять, да? Если не изменяет память. Стой, не слази, ну я ж тебя просил-то, не слази. Ясно. Все-таки тут надо гораздо больше гонок, чтобы нормально начать гонять. Просто убился. Честно, последний? Так, давай-ка мы не будем. Ну вот, почему ты прыгаешь там, где я не хочу? Я вообще не хотел там прыгать. Так, ладно. Собрались, мы должны хотя бы... Хотя бы 17 место занять, чтобы выиграть приз. Хоть до 17 места как бы луной, да. Как до луны на этом же мотоцикле. Тихо. Главное спокойствие. Мы должны просто принять, что главное спокойствие, и все будет хорошо. Да ладно, я практически долетел. Нет, не долетел. А мне интересно, тут считается то, что, ну, помимо самого занятия места еще и баллы, я так понимаю, или нет? Ну ты смотри, достаточно долго без падений. Это прям что-то не похожее на меня. Скажу тебе честно, эту тему освоить сходу, это, наверное, Unreal просто. Ну, я хотя бы, типа, пытаюсь их догнать. Отлично. Ну, блин, на самом деле, да. Все дело в том, что надо привыкать очень сильно к мотоциклу. Для начала. Вот, это так из первых тем. И второе, это, конечно же, то, что надо знать трассы. Я так понимаю, трассы здесь, типа, все стандартные относительно. Вот, и, соответственно, если на всех погонять, то ты уже будешь знать, как что где. Долети давай, отлично. Ну хотя бы не последний, наверное. Ну слушай, даже тоже неплохой результат, в принципе, хотя бы даже типа не последнее место. Конечно, там уже следующий сильно далеко. Это, так скажем, специально лажает. Ну ладно. Хоть так.
Ну нет, смотри, мы даже нагоняем кого-то там типа спереди. Давай косяк с моей стороны. Можно было и покрасивше это все сделать. Так, давай, давай, давай. Если у нас еще кружочек есть, то в принципе мы еще успеем даже, возможно, нагнать. Тихо, 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 тихо. Не туда. Вот это, конечно, я лажанул. Это мне запорит неплохо так все. Ну, скажем так, для новичка, наверное, неплохо. Тихо, 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 тихо. Только не выпадай с трассы, я тебя прошу. Я не хочу последнее место занимать. Я должен к концу серии быть все-таки хотя бы, типа, уже не последним. Понятно, что первым это было бы прям вообще офигенно, но... Ты посмотри, ты реально просто попробуй установи и попробуй это же пройти. Я тебе уверяю, это жесть. Это, наверное, то же самое, что вот профессионально этой фигня заниматься. Вот то же самое и эта фигня. То, что хоть это игра, все равно это дико сложно. В реальности, наверное, это еще в 10 раз сложнее. Блин, заложил все прыжки. Так, ну хотя бы эти давай. Чистенько. Раз. Отлично. И супер. Ну слушай, да, надо просто практика нужна. Нет, не выпадай, я тебя прошу. Да ну ты смеешься, что ли? Никаких последних мест, ты помнишь? А он на хвосте. Блин, они уже на круг делают, да? Ну что значит профи, да? Типа, они уже на круг делают. Ну что ж я могу сказать, это достаточно прикольно, это прям вызов, это прям интересный опыт, и это реально прикольная тема, прям советую попробовать, если вот прям не знаешь, во что поиграть. Единственное, я так понимаю, что требования достаточно жесткие у нее относительно. Ну хотя у меня всего лишь 1060, да еще и на 3 гига. Ну и в принципе спасибо, что 2К. Это как бы уже неплохо. Так, что ж, ну я думаю, что в принципе нам достаточно для попробовать. Если тебе зашло, как я это делаю, и хочешь, чтобы я прошел всю карьеру, я не знаю, что здесь проходить. Но вообще прикольно. Или чтобы просто я хотя бы первое место занял, то, конечно же, пиши комментарии, ставь лайки, подписывайся, вступай в группу Discord и спам, 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 типа, первое место на этих гонках. И, конечно же, спасибо тебе за просмотр, спасибо за участие. До скорых встреч. Пока-пока.